Тысячи брещан и гостей нашего города непрерывным людским потоком шли сегодня к одному из самых главных и знаковых мест – мемориалу «Брестская крепость-герой». Яркость и праздничность колонны не могли скрыть настоящих глубинных эмоций людей, которые были видны сразу, как только разговор заходил о войне. Слезы на лицах в такой день не поддаются никаким описаниям. В них вся гамма и полнота эмоций, в них соединяются одновременная радость и печаль. День Победы – единственная дата, которая не одно десятилетие считается всеми без исключения только праздником, светлым и добрым, но со слезами на глазах. Наверное, каждый брещанин, каждый белорус, наверное, испытывает определенные эмоции, когда посещает Брестскую крепость. Для нас это все-таки святыня и память. Приходим, потому что помним. Уже внука помогаем растить, вот именно как патриотизм. 23 февраля, дедушка у нас, подполковник запаса, мы берем с собой на празднество. Они такие гордые, наш дедушка. А это что? А это что? Все спрашивают. Правильно, все это очень правильно, я поддерживаю все это. Люди понимают, насколько этот праздник важен на сегодняшний день, как мало осталось сейчас ветеранов. И мы каждый год приходим и поздравляем ветеранов наших. На площади церемониалов участники торжественного шествия возложили цветы и венки к вечному огню и мемориальным плитам. В своем обращении глава области Константин Сумар высказал слова благодарности и признательности ветеранам. Их подвиг будет жить в веках, как пример беззаветной любви к родине, святого исполнения гражданского долга, мужества и героизма. И сегодня, в особенный для каждого белоруса день, Константин Сумар пожелал всем участникам памятных торжеств мира, добра и только солнечного, спокойного неба над головой. Сегодня хотел бы просто сказать в этот святой день для всех нас большое спасибо и ветеранам, те, которые живут у нас вместе с нами, за то, что они с нами, за то, что они делают все возможное, чтобы нам было проще и лучше жить, и работать как-то было более интереснее, эффективнее. Я им низко кланяюсь и говорю большое, огромное спасибо на всех наших людей, наших брестян и всю нашу Беларусь. Поздравляю, конечно, с этим святым праздником, великим праздником. И дай Бог, чтобы вот такие солнечные дни были над нашей страной всегда. Чтобы были дождики, это очень прекрасно, как вчера было. Ну и вот когда мы проводим эти праздники, чтобы такие солнечные дни были. Ну а в каждого нашего живущего на нашей территории Брестщины и нашей Беларуси, чтобы вот это такое солнечное настроение было всегда. Достали жизни каждому. Время отодвигает от нас страшные военные годы, но вместе с тем забирают и людей, которые подарили возможность счастливо жить на родной земле. Спокойно трудиться, смело мечтать и строить планы на будущее. Все меньше приходит на подобные мероприятия участников Великой Отечественной войны. Тем ценнее каждое их слово, обращенное к нам, или пожелание тем, ради кого почти 7 десятилетий назад советская армия дошла до Берлина. О чем говорить? Это такая радость. Мы победили, остались живы, вот теперь празднуем. Праздник Победы, независимости, счастья нашей страны. Сегодня прекрасный день, радостный. И я чувствую, что я... Спасибо, что я живой, вернусь здоровый. Вот. Хорошо прожил. Я очень хорошо прожил, семья у меня, жена была хорошая, все. Я желаю каждому так, в любви, в радости и честно жить для белорусской страны. Дорогой праздник, это День Победы, который советский народ одержал, это, знаете, наша... А потом, что мы сегодня живем, это еще... Вот. Пройти такую бойню. Никто не забыт, и доказательство тому – символичный бессмертный полк. Эту акцию город над Бугом принимает впервые. Около 300 человек пришли сегодня в Брестскую крепость с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Кто-то из них так и не узнал, что победа осталась за нами. Кто-то не дожил до настоящего времени. Но сегодня, как и много лет назад, они были вместе со всеми. В мирное время шли в едином победном строю. Это очень большой праздник, действительно, со слезами на глазах. Это... Моей мамы родные братья, которые погибли на войне. Бабушка моя родная, она каждый год, вспоминаю, плакала, действительно плакала. Да, для нее это был праздник погибших детей своих. И когда мы увидели вот предложение выйти с портретами, естественно, мы согласились, сразу напечатали, потому что это действительно достойно принести их портреты на таком священном празднике 9 мая. Никогда не забудем того, что было с нами, с нашими родителями, с нашими дедами. И эта акция, она тому подтверждение, и мы будем
впредь ее продолжать. Торжественное мероприятие, посвященное победе над немецко-фашистскими захватчиками, продолжил праздничный концерт, на котором прозвучали давно известные и любимые песни военных лет. Каждая строчка в них пропитана болью и кровью, но вместе с тем полна любви и веры в будущее, которое 69 лет назад подарили нам советские воины-освободители.